Привет всем, кто помнит, делал я штампик на паяльник. Все бы классно, но паяльник китайский погорел он у меня. Быстро очень. Ну я тут буду сейчас выкручиваться. Такую сделал с нержавейки шпильку с резьбой. Гаечку накрутил, законтрагаил. К штампику к самому, потому что при нагревании начинает она болтаться, не попадешь толком куда надо. Ну, ручку буду точить дорогущую, вот с красного дерева. Первый раз в жизни такое буду точить. Ну и тут кольцо, потом поглядим, как оно все это будет. Так что сегодня я буду токарь-краснодеревщик. Так что смотрим, не пропускайте. Ну вот, типа, ручка для напильника почти. А что видно плохо? Вот такое красное дерево. Старое оно сильно. Точить, короче, стружка не идет, сыпется труха с него. Но на вид прикольно. Камера все не передает. Сейчас масло подсохнет маленько. Блестеть будет. Ну вот такой вот штампик забабахал, а то без него никак. Вот такой видосик короткий, вроде бы испытывать не будем, потом уже в следующих видосиках испытаем, может коробочку для него сделаю еще, посмотрим. Вот так вот провожу время. Уже вечер, на улице ничего не сделаешь. Так что я вот тут своим занимаюсь обустройством. Ну, всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.